Цукровий діабет – складна хвороба зі своїми наслідками. І саме від того, як ми будемо ставитись до неї, залежить якість нашого життя. Про усе, що стосується цукрового діабету, ми дізнаємося зараз від Катерини Маляр, кандидата медичних наук, завідувачкою відділенням ендокринології Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова, експертки з напрямку ендокринологія. Дуже раді бачити вас у нашій студії. Добрий пані день. Катерино, спасибо. Насправді цукровий діабет – це така хвороба, яка з'являється неочікувано, і дуже часто люди навіть не знають, що ось саме на неї вони захворіли, колись дізнаються в якомусь віці, так, і це стає несподіванкою. Тож хочеться одразу запитати, саме від чого залежить те, що мы ось захворіли на цукровий диабет. Спасибо за вопрос, но, к сожалению, он предполагает не такой простой ответ. Сахарный диабет уже более 15 лет назад был признан пандемией, то есть пандемия – это заболевание инфекционное, как вот в настоящий момент мы имеем ситуацию с коронавирусом, или неинфекционное, как диабет в данном случае, которая поражает более двух континентов, характеризуется высокой степенью распространения и высокой летальности. То есть сахарный диабет можно назвать пандемией, и в настоящий момент в мире насчитывается по промежуточным подсчетам 464 миллиона человек. То есть сразу следует отметить, что эта цифра не точная, потому что на одного человека, который болеет, во всем мире приходится до 3-4, которые болеют и не знают о том, что они болеют. И как раз Украина тут не уникальна, эта ситуация в принципе, характерно для всего мира. Если говорить и попытаться ответить на вопрос о том, почему мы заболеваем, то следует сказать, невозможно ответить без этой короткой классификации о том, что сахарный диабет довольно неоднородный внутри себя. То есть в современной классификации мы имеем более 50 различных видов, которые, тем не менее, можно сгруппировать в 4 основные группы. Первая группа – это первый тип сахарного диабета. Это прерогатива детей, подростков, молодых. Конечно, можно заболеть и в весьма преклонном и почтенном возрасте, но тем не менее. Этот диабет характеризуется абсолютной недостаточностью поджелудочной железы, и лечение – это только инсулинотерапия. Никакой другой истории в первом типе не предусмотрено. Почему заболевают первым типом? Нету однозначного ответа. Часто это может быть связано с сезонными вирусными инфекциями. Это может быть наследственность. Но в порядка 80% мы не имеем никакой картины перед этим. То есть заболевание возникает само по себе. Отдельной группой стоит сахарный диабет беременных, и про сахарный диабет беременных мы можем говорить, что если заболевание появляется во время беременности и потом полностью исчезает после беременности, то это именно такая категория. Если диабет не проходит, то это какая-либо другая форма. А очень большая группа – это так называемые другие формы диабета. Это и панкреонекрозы, и вот ситуация с глюкокортикоидами, которую мы сейчас активно видим при лечении коронавирусной инфекции, потому что фактически все пациенты получают глюкокортикоиды. И в настоящий момент, собственно говоря, все пациенты, которые заболевают коронавирусом, как правило, все, скажем так, нуждаются в назначении глюкокортикоидов, плюс мы имеем дополнительные проблемы с уровнем гликемии. И хочу вот такая вот, может быть, такое новое наблюдение, потому что раньше мы не сталкивались с коронавирусной инфекцией, о том, что люди, которые уже переболели и которые, к примеру, не имели сахарного диабета, большинство все-таки имеет какие-то проблемы теперь с сахарами после. То есть вот на это тоже надо обращать внимание. Те, кто переболел, нужно это контролировать. Ну, звичайно, контроль – це дуже добре, якщо ми це все знаємо і розуміємо, але ж потрібно ще, мабуть, звертати на це увагу. Тобто, можливо, треба перевіритись. І ось та діагностика, яка може бути ранньою, коли ми просто з'ясували, що у нас захворюваність, то, можливо, ми, якщо вже будемо лікуватися, вже будемо під наглядом професіоналів, то ми зможемо зрозуміти, що ж з нами далі буде, так? І як лікувати потім. І з приводу теж коронавірусу і цієї інфекції, то теж дуже серйозно потрібно звертати на це увагу, і може одразу якісь треба заходи вжити, так? Що рекомендується в такому випадку? Так, я от відповідаю
продолжу ответ на первый вопрос и вернусь ко второму. То есть, и вот последняя, самая большая группа – это второй тип диабета, то есть, который составляет в структуре заболеваемости порядка 80%, 80-85% даже. Это вот именно тот диабет, который мы очень часто пропускаем, потому что, как правило, он начинается из-под воль, и по статистике окружающих нас государств, наших соседей, как и в Украине, фактически… Почти каждый второй на момент установления диагноза уже какое-то время болеет и просто не знает об этом, угу. что он болеет. Просто легка форма? Да, это даже нет. Зачастую это не легкая форма. Зачастую, к сожалению, мы иногда таких выявляем пациентов, которые, к примеру, уже имеют значительные проблемы, те же ампутации, но человек не знал о том, что он болеет. Угу. Он не знал по причине того, что не был своевременно проведен контроль. То есть беда второго типа диабета в том, что зачастую он никак себя не проявляет на начальных mm-hmm. этапах. И вот такая интересная и страшная цифра, что человек, как правило, уже болеет 5-15 лет на тот момент, не каждый, да, к счастью, встречаются люди, которые, скажем так, обследуются. Сейчас нюанс в том, что у нас нету, скажем так, повального скрининга населения. У нас нету скрининга за счет государства. Угу. То есть, поэтому это сугубо сознательно самого пациента. То есть, проверил, проверил, не проверил, могут быть разные вопросы. Якщо, наприклад, звичайна диспансеризація. От людина собі влаштовує, наприклад, один раз на рік просто медичний огляд. От вона йде і проходить усіх лікарів, аналіз крові, там, сечі, так, ну те, що взагалі загально потрібно робити. І якраз тоді вона зможе, мабуть, з'ясувати, що з нею не так. Ви знаєте, ну, чи ні? Не завжди, я хочу сказати. Чому? Тому що от дуже часто, коли сталкиваєшся з пацієнтами, які вже боліли якесь час, і, к примеру, ретроспективно смотриш якусь толсту амбулаторну карточку, навіть де пацієнт, к примеру, був на учеті. Угу. От дуже часто звертаєш увагу на те, що вся карточка на протяжении многих лет пестрит какими-то уровнями лейкемии, к примеру, 6, 7, 8. И это никак не интерпретируется, то есть, вот, угу. к примеру, есть цифра 6,9, что это, да, ни пациент не насторожен, ни доктор, потому что нагрузка на докторов сейчас колоссальная, да, особенно на и узких специалистов, и врачей семейной медицины, то есть не всегда даже хватает времени и внимания оценить эту историю. Поэтому, скажем так, однократно сданный уровень сахара в течение года, ну, хотя бы это, но тем не менее, я хочу обратить внимание, что это не всегда дает эффект, потому что человек может пойти утром, голодный, предварительно ничего не есть, у него будет результат какой-то более-менее приемлемый, что происходит в течение дня, никто не знает. Поэтому угу. есть такой универсальный показатель, который, опять же, не является стопроцентным, но тем не менее, это гликозилированный гемоглобин, он позволяет оценить уровень гликемии в течение последних 3 месяцев. И вот если он выпадает из референтной нормы, то дальше стоит обратить внимание более предметно. А если вот и стоит обращать внимание на вот такие вот пограничные сахара, я бы так очень грубо, да, таким мазком обозначила, как от 6 до 9. Угу. Потому что вот это именно та проблема, которая в дальнейшем не рассматривается. То есть пациент получает эту историю, как-то успокаивается, ничего с этим не делает, диагноза нету, угу. человек не знает о том, что он болен, а в течение суток это может быть все что угодно. А вы рекомендуете каждому, так, пройти такие исследования? Конечно, то есть это не мною придумано, то есть это универсальные международные рекомендации о том, что все население старше 40 лет должно хотя бы раз в год, да, быть обследовано по этому поводу. Те ситуации, где есть семейный анамнез, там, где есть в семье избыточный вес, инфаркты, инсульты, диабет у кого-либо, рожденные дети с массой тела более 4 килограмм, случаи подагры, случаи наследственной дислипидемии, то есть какие-то проблемы с холестеринами, менее 40 лет, то есть от 35. Это угу. вот уже такой вот, как бы по современной классификации Всемирной организации здравоохранения, это молодежь, как бы, что приятно слышать, да, до 45 теперь. Но, тем не менее, все равно вот на это надо обращать внимание, потому что вот в этом диапазоне масса пропущенных ситуаций, которые могли быть гораздо
ранее розмотрене, скажімо. От ми зараз, до речі, зможемо розглянути ту ситуацію, коли людина, наприклад, вчасно зрозуміла, що є проблема і живе з цим, так? Да. Чи можна вилікувати? Ну, от давайте от так, чи можна якісно просто жити? І це другий момент, так? І якщо запустити ситуацію, то до чого вона може призвести? От такі три моменти розглянемо. Ну, все вже стоїть сразу сказати, що сахарний діабет не лічиться. Вот все разговоры о том, что, к примеру, я начинал с инсулинотерапии и закончил только диетой и образом жизни, это правда, это тоже правда. Но это правда в том случае, когда пациент на момент заболевания не имеет значительных осложнений, к примеру, у него еще не отслоилась сетчатка или не была ампутирована нога, к примеру, да, или он не находится на гемодиализе. То есть он сохранный, и при этом сохранные ресурсы его организма. Это самые частые ситуации, когда пациент со значительной избыточной массой тела, к примеру, диагностирован диабет, и человек решает пересмотреть свою жизнь, теряет ту массу тела, которая ему не нужна. Да, это правда, это именно вот этот перечень ситуаций, когда человек, условно говоря, еще здоров, еще не получил каких-то существенных осложнений, и путем снижения массы тела, коррекции питания, коррекции вообще образа жизни, в первую очередь, он действительно не на инсулине, не на пароральных сахароснижающих препаратах, он только модифицирует себя образом жизни. Правда ли это? Да, это правда. Но это касается только тех пациентов, которые вот как бы еще пришли не с каким-то уже набором значительных проблем. Там, где нема ускладнень, там, таких серьезных. Там, где нет осложнений, и там, где еще сохранна, собственно, функция самой поджелудочной железы. Поэтому, но можно ли говорить о том, что диабет уйдет? Нет, конечно. То есть, и тут ничего обидного нету. Собственно говоря, если пациент будет придерживаться определенного русла, то все будет много лет хорошо. Но тут не надо людей никогда обманывать и говорить о том, что диабет куда-то денется. Потому что если по какой-то причине человек опять вернется, к примеру, к тому образу жизни, который он вел до этого, то все, к сожалению, вернется. А второй ваш вопрос был о том, можно ли жить долго и хорошо. Безусловно, можно. То есть вот я врачом-эндокринологом работаю 22 года, и я вам хочу сказать, что наши пациенты, которые, скажем так, такое слово, присмотренные, да, которые обследованные и которые не отрицают эту ситуацию и следят за собой, они дадут форы любому, условно говоря, здоровому пациенту. Ну, а здоровые – это плохо обследованные, извините. Ну, не будемо, знаєте, хочеться думати, що все добре з нами. Пані Катерино, якщо вже так вийшли ми на ту розмову, коли людина може просто за собою дивитися, так, вчасно здавати ті аналізи, які допоможуть контролювати ситуацію, так, здоровий спосіб життя, харчування, навантаження помірні, тобто усе вона робить правильно, вона розуміє, що така ситуація в неї під контролем. Так? То вона може прожити і там, і до 70, 80, можливо, до 90 років. Так? І що їй для цього ще треба додатково робити? Чи якісь вживати постійно, ну, будемо так казати, пігулки чи щось? Це залежить від того, який тип діабету, який тип і яка тяжесть заболівання і які ускладнення. Тобто і тут не можна говорити, що, наприклад, дитячий діабет на інсулінотерапії, там, апріорі, к примеру, мы будем иметь какую-то негативную ситуацию. Ничего подобного. Я знаю несколько пациентов, которые, вот я их не могу назвать своими пациентами, потому что они болеют диабетом дольше, чем я живу. Но, тем не менее, есть такие. Это классический первый тип. И они, даже эти люди, были на всех инсулинах, которые в свое время еще были при Советском Союзе и при ранней Украине. Мы имели разные проблемы. И даже не только проблемы, мы просто не имели тех инсулинов, тех технологий, которые мы имеем сейчас. Но, тем не менее, эти люди есть. Они, собственно говоря, хорошо выглядят, и даже несмотря на такой стаж диабета, вот у одного пациента у него более 50 лет. Раньше в свое время за это давали медаль. Была такая премия Джусена, да, когда пациент умудрялся, да, так с первым типом дожить, прожить 50 лет.
А вы знаете, а потом стаж этот стали увеличивать, потому что пациенты стали выживать. Больше их стало. И все больше было. А там была очень хорошая денежная премия. То есть там было не только медаль, да, там это подкреплялось, скажем так, стимул, западным. Стимул был. Да, был стимул. И когда пациенты стали, ну, все больше и больше стало достигать этого рубежа, потихоньку стали вот этот возраст, стаж увеличивать. Ну, везде люди есть люди. Наостанок хочеться запитати. Ну, от скажіть, наскільки це треба от себе тримати весь час, там вчасно прийняти ліки, так? Чи якщо це інсулінотерапія, то вчасно, щоб був інсулін. А якщо так сталося, що от, ну, така ситуація, чи ви не встигли, чи десь ви там в подорожі, чи ну, то є ж непередбачувані ситуації, що тоді? Ну, це ж не може бути взагалі, ну, все вже, кінець. Ні, там діло в тому, що в настоящий момент сучасні види інсулінів, вони предполагають от іменно цей лабільний графік. То есть даже если пациент находится на инсулинотерапии, у нас в области в настоящий момент почти 22 тысячи пациентов, это взрослые и дети вместе, которые получают инсулинотерапию. С современными инсулинами мы не привязаны жестко вот прямо к каким-то особым событиям. Да, в то же время у каждого пациента существует своя схема. Ее надо знать, ее надо придерживаться, но в то же время вот обучение, самоконтроль и возможность вот гибкой модификации современных инсулинов, она не портит жизнь. Так. Ось так. Ну і наостанок хочеться, щоб ви все ж побажали і порекомендували те, що потрібно кожному, аби не захворіти, так? Якщо вже щось так є, і ви розумієте, що десь проблема, то на що треба звертати увагу? Ну і тим людям, які вже хворіють, аби вони зробили своє життя якісніше. Скажем так, не заболеть, если это первый тип, это невозможно. Я хочу сказать так, что если когда случается первый тип, когда случается первый тип у молодых, у деток, у подростков, у молодежи всегда вопрос, кто виноват. Никто не виноват. Никто не виноват. Это те истории, где родителям и семье не надо себя линчевать за то, что эта ситуация произошла. Ее невозможно избежать. 10% пациентов в мире заболевает первым типом сахарного диабета. Сразу хочу сказать, что в настоящий момент все современные технологии, они предполагают полноценную, здоровую жизнь, которая ничем не отличается, почти ничем не отличается хорошо от жизни человека, который не болеет сахарным диабетом. Что касается второго типа, тут больше в руках пациента в том плане, что да, мы не можем поменять генетику, мы не можем поменять какую-то ситуацию, если раньше считала, что чем больше болеет пациентов в семье, тем больше расположено существует заболеть у остальных членов семьи. Это предположение никуда не делось, но я хочу сказать, что в настоящий момент такой рост заболеваемости во всем мире, что это фактически уже не имеет значения. То есть много заболевает людей, у которых никто не болел в семье. Единственное, что если человек знает, что он склонен к полноте, он склонен к, у него в семье есть все перечисленные факторы – диабет, инфаркты, инсульты, дизлипидемия, подагра. Он может именно коррекцией образа жизни, коррекцией питания, коррекцией собственного веса отсрочить, по крайней мере, наступление сахарного диабета как такового. И в дальнейшем, безусловно, с помощью докторов корректировать ситуацию. Ну, ось так, все залежить від нас, так? Ну, тобто більшість того, що ми можемо зробити з будь-якою хворобою, залежить від нашого до неї ставлення. Тому я вам дуже вдячна за такі рекомендації. Спасибо. Сподіваюся, що ті люди, яким це потрібно, особливо, якщо вони бачать і розуміють, що може статися, вони будуть на це звертати увагу. Спасибо. А всім решта хочеться побажати гарних вихідних, бережіть себе і будьте здоровими. До побачення.